Так, здравствуйте, друзья, это Анапа. Сегодня 1 ноября 2021 года. И у нас коллективная велосипедная прогулка. Это Слава. Прямо? Прямо! Ну все, тут уже не проедешь. Ой, блин! Это Слава, и мы приехали на море. Это район Кристалл Уют. Ну вот мы уже на море. Там судно какое-то красное с желтым. Там что-то район сами называют. А там уже там Джимитер. Дальше. Ну, погода сегодня замечательная. В принципе, вот Слава, можно даже купаться. Вот. Так что в следующий раз приедем. Я как-то купался 14 ноября последний раз. Пол литра взять можно, я пить ему купаться. А? Пол литра взять или... А, ну можно! Зимой купаться. Это да. Ну это Шимано. У тебя там не написано. А, у меня Шимано, да, у меня Шимано. Не, Шимано там есть Ацера, Шимано там Оливия, Шимано Диора. Угу. Так, вот мы кофеек со Славой пьем. Ну, Слава, коротко, вот ты живешь здесь сколько уже? Месяц? О, завтра будет месяц, как ты приехал. Ну да. Да. Ну как первые впечатления? Ну, противоречивые впечатления. Тут то холодно, то жарко, как-то тут не так, как в Сибири. Ну да, там как ударило, да, так уже так и холодно. Так и холодно, да. А тут все не жарко, завтра опять холодно. Ветра есть, холодно, ветра нету, тепло. Ну да. Да, есть такое дело. Вот. Но в целом, вот я всем говорю всегда, что если в Забайкалье, допустим, мороз ударил, и все, уже до марта месяца, до апреля, там уже тепла не жди. Вот. А здесь, ну и холодно постояло, потом где-то бывает, постоянно ждешь тепла. И бывает в декабре тепло, в феврале там явление вот это вот, февральские окна, когда вообще уже как гарантировано тепло. Ну а там уже до весны. Я недалеко. Вот в Нальчике отдыхал, когда в январе приехал, угу. Там была такая же температура вообще. А Нальчик он севернее, он за Кавказским хребтом идет. Да. А вообще, конечно, красота, ну вот Слава. Море это же... Ты же вообще хотел куда-то собирался в Сочи, да? В одно Нет, время. Не собирался. Нет, ты не собирался. А кто-то собирался жить в Сочи. У меня родственники в Крыму живут, я вот туда все ездил раньше. Сети, видишь, стоят. Ну. Не знаю, правда, кто их ставит, но вот сети стоят, кто-то что-то ловит. Поедем. Да. Так, ну вот, мы со Славой сейчас возвращаемся по домам. Едем по велодорожке, по Пионерскому проспекту, по осени, по ноябрю. Погода сегодня обещает быть очень хорошей, солнечной. Можно даже, в принципе, можно купаться, если кто-то большой любитель. Ничего такого в этом нету. Ну вот такая сегодня прогулка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. У тебя ничего эти каналы поделил? 17 тысяч подписчиков у тебя. Ну да. У тебя доход-то есть с него? Ну есть там небольшой. Кстати, это в рекламу у тебя там есть чуть-чуть.